Confirm. Что происходит? Снова неправильно? Ну ладно, кью-кью-кью, а-а-а, 1, 2, 3. А вот так вот? Ну, меня выкинули! Интересно, дали робоксы или нет? Интересно, дали ли мне робоксы или нет? Сейчас посмотрим. Офигеть, вы посмотрите, сколько у меня робоксов! Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox! И мы сегодня вместе с вами будем искать бесплатные робоксы. Мне, как никому, нужны эти робоксы, потому что я трачу в неделю более 10 тысяч робоксов. Итак, у нас с вами есть плейс, написано, что это обби, в котором, возможно, вы получите робоксы. Даже можно, в принципе, перевести его. Просто нормальный обби, это, возможно, даст вам робокс в конце. Ну-ка, давайте проверим. Итак, ребята, у нас есть вот такое вот обби. По идее, чтобы получить бесплатные робоксы, нам нужно пройти вот до самого конца. И один из моих друзей постоянно ищет робоксы, но ему пока не удалось этого сделать. Я думаю, что именно нам с вами должно повезти, и мы найдем секретный способ получения бесплатных робоксов. Итак, смотрите, смотрите, у нас с вами есть обби. Проход у нас начинается вот здесь, хотя стоп. А что это за башня такая, которая ведет к утенку, и, по идее, вон там у нас что-то должно быть секретное. Но проход, по идее, у нас внизу, потому что внизу написано, я там видел VIP. Да, скорее всего, робоксы находятся именно где VIP, но я пойду не обычным путем, то есть обычный человек зайдет и пойдет прямо, начнет проходить обе вот так. Но нет, я так делать не буду, я пойду именно этим путем. Не знаю почему, но мне кажется, все-таки это будет правильно. Не знаю насколько, но мне кажется, знаете, разработчик что-то в этом задумал, и, скорее всего, может быть, эта кнопочка будет, и нам выдадут робоксы. Но я хотя в этом сомневаюсь, на самом деле очень сомневаюсь, но вдруг, а вдруг такое существует. Итак, мы поднялись сами наверх, нажимаем на вот эти вот спавнеры. Нужно обязательно сохраняться, потому что ляпнуться здесь просто проще простого. Так, аккуратненько, аккуратненько по синим шарам перелазим повыше. Тихонечко, стоп, а мы находимся... Мы находимся в какой-то сфере. Вот оно что, там у нас, смотрите, какая-то территория. А там ничего нету, вроде бы ничего нет. Значит, нас заснули в какую-то сферу, и здесь мы должны проходить испытания. Ну окей, погнали. Я вроде бы хорошо паркурю, смотрите, вроде бы даже не падаю. Потихонечку перелажу, и мы сами добрались до желтой платформы. Так, там аквариум какой-то у нас есть. Ладненько, сохраняемся. И переходим по черным вот этим квадратикам. Переходим, нам нужно добраться до вот этой платформы. Там, кстати, я вижу, чего? Доминус? Интересно, доминус бесплатный или нам его дадут? Или просто для красоты? Скорее всего, для красоты. Кстати, такого доминуса я еще не видел даже. Вы посмотрите, что это за доминус. Какой-то очень странный доминус. Походу, самодельный, что ли. Ну-ка, ну неплохо, неплохо. Конечно, там через мою коробку нифига не видно. Какие-то здесь блоки. А что это за блоки? Синий блок, прозрачный, белый, красный. А что это я беру? А, то есть я могу строить блоки белые, смотри. Ха-ха, прикольно. Я могу быть строителем. Так, а что это за кнопочка? Суперфлай. Я могу летать или чего? Нет, это не работает. А чего это такое? Gold Pass. Ага, мы золотые стены можем строить. Ладненько, я понял, ребята. А это чего такое? Рейнбов как... Ага, шарики могу ставить разные. Теперь, получается, я могу не проходить обе, а секретным путем спуститься просто-напросто вниз по шарикам. Смотрите, что делаю. Вот это способ. Такого способа еще не было, мне кажется. Так, потихонечку просто ставим себе ступеньки. Смотрите, мы сами себе делаем... Мы сами себе творим себе обе. Неплохо, слушайте, а мне это нравится. И потихонечку спускаемся в самый низ, проходя все препятствия. Я хочу дойти до самого низа. Там у нас, вижу, какой-то чувачочек с восклицательным знаком. Мне, походу, кажется, что нужно будет с ним именно поговорить. Так, давайте потихоньку спускаемся, спускаемся ниже, ниже, ниже. И мы дошли до финиша. Отлично. Давайте жмем спавнер. Здесь какие-то шлемы, шапки, нам это неинтересно. Мы ищем с вами робоксы. Здесь какая-то комната отдыха. Окей, если ты устал, можно отдохнуть. Окей, я понял, я понял. Выключаем мы с вами Rainbow Pass. Ну-ка, Тревор, что ты мне скажешь? Тревор 143, какой ты секретный чувак. Слушайте, интересненько. О май гай, I like you, Оби, бро. Ну, слушайте, давайте мы будем такими подлизами, скажем так. Nothing much true being this obby. Окей, говорит, я говорю, крутое обе, чувак. А могу я получить VIP? Я хочу пойти в VIP-комнату. Слушай, а могу я получить? А, нет? Ты типа гад, Тревор. Ох, well, I this case by Тревор.
Ладно, будем alright, see you, типа увидимся. В смысле увидимся? А как же випочка? А как же мои бесплатные робоксы, эй? Шоу, Тревор, я хочу бесплатные робоксы. Почему ты... Он не дает мне, получается. You are not too far to ready chat. Больше не будет со мной говорить? Может быть... понятно, значит, он не дает. Может быть, все-таки я могу зайти сюда? Нет, я не могу сюда зайти, ребята. Он меня просто-напросто убил. Но окей, ребята, у меня есть еще одно секретное место, где можно получить робоксы. Ну что ж, друзья, я нашел еще одну карту, где написано, что можно получить бесплатные робоксы. И что мы здесь с вами видим? Небольшой паркурчик, довольно-таки простой, какое-то кресло в виде вертолета, и по идее... Оу, можно на нем даже полетать. Ну окей, нажимаем Aircraft на троечку, Y это у нас взлет, X это вниз, V faster, S slower. Ага, и ничего здесь не работает, я понял. Так, это фейк. Начинается нехорошо, то есть мы с вами не можем взять кресло-вертолет, придется проходить пешком. Но окей, я просто самый лучший мастер паркура 80 уровня, поэтому я пройду здесь все с легкостью. Эти испытания прям вообще изи. Здесь, я думаю, тоже нам не составит труда дойти до конца, и мы с вами попытаемся пройти. И, кстати, я играю сейчас не с основного аккаунта, потому что я переживаю за свой аккаунт, и я буду пытаться получить робоксы не на главном аккаунте, потому что я этого боюсь. Итак, здесь у нас большая пачка с деньгами и 3D-моделька робоксов. Ну-ка, давайте, что у нас происходит? Вот оно что, ребята. Новый способ получения робоксов. Введите свой пароль, и вы получите 10 тысяч робоксов. Серьезно, ребята? А может быть и вправду это? Мне кажется, вряд ли. Никогда не ведитесь на вот такие вот штуковины. Мне кажется, это обман. Ну, вводить свой пароль, не вводить, ребята, я не знаю. Кстати, возможно, в следующей серии я специально буду играть вообще с левого твинка, чтобы я мог вводить пароли, потому что здесь, на самом деле, мне жалко аккаунта, даже этого, потому что в симуляторе жвачки мне используют этот аккаунт, Robzy Pets. Ну ладно, давайте мы тебе, например, QAZ, давай, не знаю, QQQ или там... Вот, я придумал, какой пароль им подойдет, ребята. Мы напишем им Скиби-Ди, папа, вот так вот. 10 тысяч робоксов даешь мне? Написано, пароль неправильно ввели. Окей. А, давайте там, давайте Бумба-2. Бумба-2 им дойдем. Бум-2. Конфирм. Что происходит? Снова неправильно. Ну ладно, QQQ. А, 1, 2, 3. А вот так вот. Ну, меня выкинули. Интересно, дали робоксы или нет? Интересно, дали ли мне робоксы или нет? Сейчас посмотрим. Офигеть, вы посмотрите, сколько у меня робоксов. Обалдеть, вот это да. А нет, показалось, это всего лишь дуля. Нет, ребята, это всего лишь обман. Не дают здесь робоксы. И никогда не вводите свои пароли, потому что вы лишитесь аккаунта. Вы лишитесь своих робоксов и лишитесь своего персонажа. Всего лишитесь робоксы, поэтому не ведитесь на такие провокации. Это все обман. Ребята, я вас просто умоляю. Нужно поставить лайк и распространить этот видосик. Обязательно это сделать, потому что вот это вот было самый настоящий жуткий обман, где вас просят ввести вас пароль, и типа вы получите 10 тысяч робоксов. Ничего не получите. И, кстати, мы с вами уже снимали рубрику «Как получить бесплатные робоксы» 5 месяцев и 10 месяцев назад. Итак, переходим к следующему секретному способу получения робоксов. Вот это уже серьезно, друзья, написано. Заплати 25 робоксов, чтобы получить робоксы. Ну что ж, я думаю, что нужно потратить 25 робоксов, чтобы получить доступ к этой секретной карте. Все ради вас, все ради теста. Итак, у нас появилась кнопочка play. Интересно, что здесь у нас есть? Смотрите, здесь один лайк на игре и один дизлайк. Интересно, кто же поставил лайк? Не разработчик ли часом поставил лайк? Ну окей, попытаемся зайти в игру. Что она нам с вами даст? Итак, мы заходим в игру. Мне очень интересно, что здесь произойдет. Просто за что я заплатил 25 робоксов? И я заплатил за какую-то непонятную карту. В смысле, ты можешь создавать игру... Helpful. Ну, Full это не дурак, вроде бы. Advice make it a paid asses. И получить робоксы, спасибо. You can buy robux $10 limited sell. Gain robux. Ты можешь покупать робоксы за доллары. Я понимаю, что я могу покупать робоксы за... Это не работает.
это комната, билет, билет назад, что-то такое. И ты можешь обмениваться тикеты for Robux. Короче, не могут нам дать робоксы. Не дают здесь робоксы. Может быть, здесь сзади где-то написано. И здесь ничего нет, ребят. Да и здесь все пусто. Слушайте, нас снова киданули на робоксы. Причем в этот раз нас киданули жестко, потому что мы сами еще и потеряли 25 робоксов сверху. Мы мало того, что не получили робоксы, мы еще их и потеряли, потому что мы сами заплатили 25 робоксов вот за вот это вот. Вот за вот это. Что это такое? Это просто комната, где стоит три таблички и написано, какой же ты дуралей. Какой же ты дуралей, что купил этот плейс и заплатил 25 робоксов и был обманут. Ребят, нет у нас пока бесплатных робоксов. Мне кажется, что их вообще не существует. Но если вы хотите проверять, вдруг у нас получится найти, ребят, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. На этом ролик заканчиваю. С вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения, спасибо за просмотр и всем покедова!